Заман Хайрулсын ГРТ каналында хабарлар. Студияда Чалышер Татьяна Ставилова. Электян баш темалар. Гагаузия халк тублашын депутатлары Гагаузиянын башкынына дейшилмеклери апачыклар. Ушакларын дуйрмасы үчүн ушак башчаларында лазым таачок пара харжымам. Илкиясы 2022 сергиси ачылды ресим галереясында. Гагаузия халк тублашында Гагаузиянын башкынына дейшилмеклери үчүн депутатларын комиссиясы башлады кенди ишине. Бу процессе катылдылар канун куруучулары, хем эксперттер. Аңгы дейшилмеклери ондар ниетле нерлер япма биздин сюжетимизде. Гагаузия халк тублашынын депутатларын комиссиясы үйрөнди теклифлери не лазым Гагаузиянын башкынында дейиштирме. Бундан соора ондар ачыкладылар баш сорушулары аңгыларындан башлаячак ондарын иши. Конечно же, вопросы, связанные с регулированием отношений по избранию башкана Гагаузии, то есть с тем, чтобы найти формулу, которая позволила бы с учетом тех миграционных процессов, происходящих в нашей автономии, уменьшение количества избирателей, снизить порог избирательные для выборов в вопросах, связанных с функциональностью народного собрания, а именно избрание председателя. Сурушлар англары баалы башкан сечимнеринен кибулма формулы химии сельтмя сечижерин саясыны бакарак автономияда миграция процесслерине. Сурушлар англары баалы халк топлушун ишинен онун башын айрылмасынан биз белли эдежес вакыды ангысынын сүрөсүндө депутатлар лазым олачак буну япсынар. Оннар буну япмарсайдылар башкан лазым олачак каблетсин карары халк топлушуна яңы сечимдери кечирсиндер. Ерлим халк топлушу узун вакыт канунлары кабыл этмерсе, о заман да башкан варынча буну япсын. Вхождение в этот срок, скажем, считаем как один из вариантов предоставить возможность башкану распустить народное собрание. В равной степени такое же право, на наш взгляд, может и должно быть предоставлено башкану о необходимости распуска народного собрания. И тогда, когда народное собрание, казалось бы, функционально с точки зрения организационных моментов, то есть наличие рабочих органов, председателя народного собрания, президиума, но не принимает длительный период времени каких-либо законов. Гагаузинын башкануну уложение 1998 жылда кабледилди. Онун курулмасында актив паялды Гагаузия халк топлушун экс-башы Петр Пашалы. Гагаузинын темел кануну, биз она дейбиз, сөйлөй яздык да анын адына. О bizim konstitusiyamız, o bizim en büyük kanunumuz. Angısı hani halayar aldı üstüne dediyorlar çok işler. Hani stabilizasyon olsun, usluluk olsun Gagauzya'nın içinde. Но onun dolayında lazım olsun yüzlerle zakon. Angıları regulировать ediyor. Angıları dediyorlar işlesinler lazım. Hani o temel kanunun statyaları gitsin, olsunlar aslı. Yok önce o temel kanununda bütün yaşamasını insanın cederle yazma. Bizde var zakon statüsü, zakon об особом правовом статусе Гагаузии. Onu hani kabul etti Moldovan parlamentosu. Onu ilkin biz kabul ettik, sonra Kişinov'da kabul ettiler. Orada 27 statya var. O 27 статьянын ичинде yok dünce görme çok işler. Biz o üzere yaptık uloženiyi. Uloženiye de 100 статьядан зейде, жедерле onları biraz Rusça deyir расшифровать ettik. Doğruttuk, hem de ta bollattık bu статьяları жедерлер okuma adini. Эмда сайма ондар лазым. Комиссиянын отурушунда белли эдилди, аны дейшилмеклер лазым олсунар баалы финанс хем экономика оорларынан. Бундан чекилер инсандардын яшамасынын калитеси. Депутатларын комиссиясынын ишине катылдылар эксперттер аңгыларында бар бежермеклер буурда. Биз эле акылга келдик, аны биздин темел канунуна лазым бирашык дейиштирме. Дейиштирме. Kaç, 5 mi, 10 mu, 15 mi statya ben bilmiyorum. Komisyon işler, komisyada var. Sıla insanlar angları hani o vakitlerde cederle bize yardımcı olardılar. Şimdi de onlar bizim yanımızda da biz beraber gençlerle, genç deputatlarla, başka uzmanlarla, spesyalistler var. Onlarla beraber biz bu değişikleri hazırlayırız.
Депутатлар, хемэкспертлер, гердилер караран, лазым каблетме регламенте комиссиянын баш ниетлери үчүн хем хабарлеме бунун үчүн жүмлея. Первый спикер народного собрания Пашалы Петр Михайлович, Кюрчу Виталий Иванович, Султ Георгиевич с университета и многие другие, они оказывают неоценимую помощь. Но возникла одна ситуация, она носит несколько... Гагаузия халкты плышун ильк спикеры Петр Пашалы, Виталий Кюрчу, Георгий Султ, хем башкалары, баканы комитеты назала келмедилер отуруша. Депутатлардан кары башка апайланар эксперты урунда варынча катылсынар. Предлогом того, что они не включены в состав комиссии, хотя комиссия депутатская называется, и было определено, что только депутаты могут войти в депутатскую комиссию, остальные являются экспертами. Лязым япмайу, ляне инсан дуйсун бу лишиклерден. Gençler de, ihtiyarlar da, işçiler de, kim hani kırda işliyor, kim hani ekonomikada, kim hani tarihada olsun bizim insanda garantiye, Rusça öyle deriz. Garantiye. Da hani автономия, курьер. Bu insanda derler, duyulsun. Bu bir ikinci. Lazım olsun öyle ulaşınca da o statyalar, angları hani... Кешчикляр, это был Калгалар. Комиссия заработала в полной мере. Уже есть предложение. У нас постоянно имеются контакты с примарами. Комиссия бетунку веде ишлер, шинден суравар текліфляр. Без примарларлан ишлер, схем башка инсанарлан. Бяндан ишерим, хепсин санра коактив катылсынар буйша, хем ярдым етсінар. Кейнди текліфлеріне ачыкласынар. Без санры бакаджес. Олар сайдылар актуал кабледеджес. Свою лепту в организацию деятельности органов государственных и в целом жизнедеятельности нашей автономии. Вносите свои предложения. Мы их рассмотрим. Если они будут актуальны, уверяю вас, мы примем их под внимание. Гагаузия халкты пушун сайтында вар рубрика «Гагаузия баш кануну». Ангысына инсынар варынжа юласынар кенди теклифлерине. Буну варынжа япма улажение kpjik@gmail.com электрон почтынын ярдымынанда. Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, Артем Топал, ГРТ, Хабарлар. Чадыр муниципиясынын Долай больницасында дүзмө кишилери кечирленер. Бунетлер аверелер 2 миллион 900 бенли автономиянын бюджетинден капитал инвестициялары программасына көрө. Гагаузиянын башканы Ирина Влах контролити ишлерин кечирилмесине. Чадыр Долай больницасында перинатал меркезинде дүзмө кишилеринден кары куюлажек, яңы техника кийдуу дуртмактан 40 карылар, хем ушаклар ии кошуларда болунсунар. Яңы техника хем тедерликлар, алынажыклар, палаталары, имяк ходасына, хем гигиена одаларына. Мы с вами видим еще недостроенный объект, но в этом году мы его завершим. Параллельно мы работаем с нашими внешними партнерами, которые полностью обеспечат всем медицинским оборудованием, современнейшим, этот перинатальный центр. И у нас по завершению ремонта не будет проблем, а чем же оснащать. То есть наши медики будут работать в хороших условиях, у наших медиков будет самое лучшее медицинское оборудование для того, чтобы оказать хорошие и качественные услуги. Медицина курумнары, социал-экономика инфраструктурасынын өнемли пайы. Лазым илердетме, саалык курумак системасыны хем дуудуртмак үчүн ии кошулары япма. Нышынады Гагаузиянын башканы Ирина Влах. Здравоохранение является одним из приоритетов региональных властей. Для нас очень важно, чтобы жители нашей автономии приобретали хорошие, получали хорошие качественные медицинские услуги. Мы живем достаточно нелегкое время. И 7 лет назад, когда... мы начали думать, каким должно быть будущее гагаузской автономии, мы выявили две проблемы. И одна из этих проблем заключалась в том, что у нас сокращалась рождаемость и в том, что наши молодые люди уезжали из Гагаузии. И мы поняли, что нам нужно приложить все усилия для того, чтобы инвестировать в образование и инвестировать в здравоохранение. Дюзмек куруму ески коммуникациялары даатты, узманар дюздуляр ени конструкциялары, хем кечерделяр электрик системасыны. На данном этапе мы проложили полностью проводку. Уже идут малярные работы, включающие в себя гипсовую штукатурку стен, финишную шпаклевку стен, подвесные гипсокартонные потолки, также обшивка коробами из гипсокартона. На данном этапе мы столкнулись с проблемами непредусмотренных работ, которые мы выявили и в определенном объеме выполнили уже.
Также мы столкнулись с дефицитом материала, который мы частично уже решили. И мы столкнулись с тем, что материалы поднялись минимум на 20%. Частично нашли решение этих проблем, частично уже в предприятии уходит в убыток, уже покупая по новым ценам материала. Узманнарын лафларына гөре, эшләр 65% япылы. Татьяна Ставилова, Леонид Арфанос, ГРТ, Хабарлар. Калители мяк еденем ли фактор ангасы белли едер ушакларын саалыны. Юрен мяк протесіне бүтін энергии валканешка сабасынын имешчі кушак башчасынын тербейдінері харджерлар. Ама бесли хем файдалы имекляр верер саалык хем хайвес бүтін гюна. 2022 илдан кабледерзі карар кизи едеретме харчлары бир уша дуырма дене пааларын үйселмесі бетеріне. Имек малларын паалары хер гүн юселерлар. Юретим курумнарында ушаклары дойырма дейіне лязым олды тази депара. Шинди 2-3 яшында бір уша дойырма дейіне лязым 21-50 бане. Табик ушаклара 25-50 бане. Ама пааларын юселмесінден меню пек дейшілмеді. Сейчас в рационе питания детей, конечно, появилось больше овощей. Савашерес менюда олсун тази и дазарзават хем мейва, белли кияны да балык товар. Белки азын гельмесиннен ушаклар бейнерлар имя зарзават. Тайлери минимузда юкты ешиллик. Биз онлары кендимиз буздолабына топлардык. Ама шинди тази акабли дерис. Койерес онлары борджа, салатлара хем башка имеклере. Во вторые блюда. Имяк менюсунун курмасынын куралларына гөре узманнар лязым есеп алсынар малларын калитесине хем беслемяк нормаларыны. Хочу сказать, что наши Бездим ушаклар саалыклы хем бесли имеклери ерлар. Ушаклар хавезлен ерлар хер береше. Савашеры сыкча фырында имеклери хазырлама. Котлетлери пишереріз, бөрек хазырлеріз, сырники. Чок түрлі запеканкалар япырыз. Керезлен, шефтелейлен, кабаклан. Ушаклар бейнерлар круассан имя. Дайма онары да япырыз. Шиндики заман Волканешка сабасынын емішчі кушак башчасында 175 ушак тербейділер. Марина Топал, Владислав Табач Чук, Артем Топал, ГРТ Хабарлар. Илкияс 2022 ресим сергеси 13 ресим джинин 55 яратмасыны каплады. Экспозиция Гагаузинын ресим галереясында ачылды. Историялы ресимнер, портретлер, пейзажлар хем абстракция стилерінде ресимчилер кенді ресимнеріне Илкияс 2022 сергесінде теклиф едерлер. Бұрда ресимчилерін фикерлері, жаны, бұрда не сіз дуерсіңіз, оны кечерсіңіз ресімдеріңізді, оны ресімдерлінді анадырсыңыз бізім халқымыза, не сіз дуерсіңіз, сізің дуйгыларыңызды. Бұл ресімдерді барынша көрме, бүйік севгі халқына, бүйік севгі натурая, бүйік севгі ұшаклара, бүйік севгі тенесі біз көреріз. Гөзел бұрда бұр есімдер, бүйік севгі кенді ішіне, кенді заңатына. Ресімді Чадырлунганын ұшак ресім окулын башы Федор Дулоглы берлей дерані топлам сергілер, мираклы оннан ане экспозицияда түрлі жанраларда яратмалар гөстерілерлер. Илкияс 2022 сергісінде ГГУС ресімдісі Константин Келіш гетерді еді ресім. Оннарда авторын іші хем севді заңаты ачыкланыр. Biz varınca seyredelim, öğrenelim. Sevinirim hani bu kadar çok var. Da ilerlesin onların işleri. Hepsine sağlık. Gidelim ileri doğru. Ресім яратмаларында түрлі техникаларда, хем сюжетларда ішлер яшадылырлар. Хепсі онлар авторларын индивидуалыны көстерерлер. Чүнкі хер бір ярадыжы кендіжесіна талантлы. Кендіме дейіні бір ені ресімді ачтым. О, Любов Брум. Бен ішітміштім бұй инсан чин. Дуйдум онын, ане, чок беджерекли бір инсанмыш. Ама, ане, бүле бамбашка ресімлер олачек, хич дүшінмедім. Онын бұ ікі ресімі Халис Сансы Мансуз Банадин язылы. Ресімнерін таачуы кетен безінде язылы. Оннарда акрил бойалары услу ренклерді көзледілерлер. Вар яратмалар ренклі калемнярленді.
свой стиль придерживается. Ресимнерде авторларын жаны яшадылар. Ишлер гүчлүү хем ресимчилерин айрыча стилдери дуйлар. Разных направлениях. Мне очень понравились картины там, где женщины. Мен бийиндим ресимнери ангыларында карлар көстерили. Пе гүзель болмушлар. Наталья Кажакарин мираклы ресимнери. Авторов картин очень нравятся картины Кажакарин Наталья. Автономиянын ресимчилерин яратмаларыны Сергида кимистер гөрмө. Сергей Айчылы апрелин биткисинадан. Светлана Димитрогла, Елена Радкогла, Владислав Табачук, Артем Топал, ГРТ Хаберляр. Алтынчы хор коллективи Бешгөз күйүндө Ушак башчасынын чалышанларынан курулду. Коллектив кенди чалышмасынын гагауз түркүлөрүн эки эсе чалмасындан чекеттирди. Бүгүн алтынчы күйүн визит карты. Чүнкү күй ортулары Девлет коллектив тематикалары түркүлөрүн чалыр. Анын саясына кирер гагауз шайырын Дионис Танасоглунун яратмалары. Бул жыл отаманы жейди 100-жу жылдын үмүнү. Дионис Николаевич Абисадырыс биздин сюжетибизди. Алтынчык хор коллективини 1986 жылда Бешгөз күйүн Ушак башчасынын чалышанлары курдулар. Баштан она 40 инсан кирерди. Түркү коллективи кендисине күйдө хем республика орунда кенди репертуарын билдирди. Хорун түркүчүлүгүнө печи, музыка же Дениз Танасоглу ойларда туттурмуш. О верди бизге кенди түркүлөрүн, аңгыларын о жазмышты. Эм лафларын, эм оннара сөз курмушту. Иван Пантелеевич яптан нара бирашчик аранжировка. Да биш чекеттик чалма аб түркүлөр. Гагаузия ватан, Дениз Агагынын түркүсү. Сонра гагауз маанилери, Дениз Агагынын түркүсү. Башым арыр, Дениз Агагынын түркүсү. Минёвша, Дениз Агагынын түркүсү. Хорун пайланары ылларлан дийишилдилер, ама варюля инсанар даңгылары коллективын курулмасындан тач алышырлар. Biz uşaklara kültürü, hemi önemli bizim işimizde uşaklara kültürü gösterme, uşakların duygularını açıklama diyeceğiz. Da biz kendimiz bir örnek gibi olmadan kim gösterecek uşaklara dilsi biz. Biz giyinmersek bu halk rubalarını, biz çalmarsak halk türkülerini, biz oynamarsak halk oyunlarını. Алтынчык хор коллективы gençlenir, yeni seslerlen hem talantlarlan. Katıldım ben de türkü çalma Altıncık'ta çünkü işlerim bu kolektifde istedim tutturma benzeme kendi kolektifime olma hep öyle güzel çalan bir insan. Altıncık Karı Etnografik Horu türkülerini Radio Moldova 10 stüdyosunda yazdı. Diska 10 kompozisyaya girdi. Svetlana Dimitrogla, Grigori Stavilov, Maria Kazaku, GRT Haberler. Чечек айын 9-нда кечти Молдованын греплинг чемпионаты. Онда пайалдылар бүтүн девлетин спортчулары Гагаузии танытырдылар. Леон клубун тербейденери Эдуард Көйсенин спортчулары кетердилер регионун кумбарасына 6 өдүл. Аңгыларындан 1 күмүш хем 5 бронз. Тадиринден сюжетимизде. Леон клубун тербейденери сырадагы керет караладылар пайалма греплинг ярашмакларында кединеме кенди кубетлерине. Спортчулар көрсөтүлөр бу спорт чечетин гөзеллигине. Гагаузия бу ярашмакларда таанытырды 9 спортчу англары казандылар 1 күмүш кем 5 бронз үйдүлүнү. Чемпионатын үйдүлчүлөрү болдулар 50 килолук чеки категориясында Сергей Тукан, 55 килолук категориясында Андрей Аврамов хем Кристина Пападия, 80 килолук категорияда Станислав Вербин хем 18 жашындан жукары бронз үйдүлчүлөрү болду. Федор Казанжих и Андрей Саранди. Это был первый мой раз на таких соревнованиях, потому что я в основном занимаюсь муай-тай и К1. И вот решил попробовать себя в новом виде спорта. Данные соревнования прошли для меня хорошо, потому что я получил опыт с этих соревнований. Я провел две схватки, в которых одержал одну победу и проиграл также один раз и занял третье место. У нас были хорошие подготовленные соперники. Они были именно уже хорошо с детства занимались, как видно. Нам очень понравились эти соревнования. Мы такие соревнования должны проводиться чаще, честно говоря. Хотим больше таких соревнований, потому что это очень ценный опыт для нас. Первую схватку я проиграл. Немножко поторопился, можно так сказать, удушающим приемом. Вторую схватку я провел с соперником, тоже хороший был соперник. Я сделал проход ноги, получается, занял позицию сайд, потом занял маунт, за это мне дали 5 очков. И победил его.
Конечно, были сложности, было тяжело бороться, были сильные соперники, конечно, и была достойная конкуренция. Ушакларын лафларына көре, онлар каблетілер чок бежермек, юрендилер чок енелек, кенділеріне дейіні да карарладылар, елері дору чалышма, койма, ені ниетлері да чыкарма онлары аслыя. Мы получили ценный опыт, что надо более усердно тренироваться, потому что тут реально были очень хорошие соперники. Они были уже подготовлены очень хорошо. А мы как бы тоже готовились, но надо было больше что-то где-то учить и вот так вот заниматься усерднее. Научился очень многому, новому приему, познакомился с новыми соперниками. Нишанная чеса не греплинг, Молдова, ахем Гагаузия, дейне, ене спорт. Ама онда вар элемент лар сербез гюреш месенден самбудан. Тачук онда гюреш техникалары. Ама максимал япылы акцент арлы приемлара. Онын чын умер акландырер регионун спортчуларыны. Англары тай усек ура етишерлер. Полина Барбова, Зинаида Канцер, Григорий Савилов, Мария Казаку. ГРТ, хабирлер. Хабирлерин сонунда хава дурму. Чечек айын 13-дегі Гаузияда бекленілер бұлтлы хава солу немні күрәжек 49%. Атмосфера басқысы 760 мм шифа дірейне гүрі. Лүзгер пұраз баты тарафындан 10 метр секундта есіжек. Солуң температурасы комратта гейджа күрәжек 4 градусы жек, гүндіз 13 градусы жек олажек. Чадарда гейджа термометр көстережек 5 градусы жек, гүндіз 13 градусы жек олажек. Валканешка сабасында гейджа 4 градус сыфырдан үкары, гүндіз Солки снаджек 13 градуса кадар. Бөлек гөрдүләр бүгүнкү күнү ГРТ каналын корреспонденттери Тачок Хабей ванжа көрөсүз биздин сайтыбызда ГРТ МД хем Facebook сайфабызда калан салыжаклан ий күннөр сизем.